Клубное учреждение – это общедоступный центр общения, духовного развития и активного отдыха населения, основной деятельностью которого является предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным творчеством. Жители аула Хоц не были лишены этой возможности. Дом культуры здесь был построен в 1968 году и с тех пор всегда оставался центром творческой активности жителей. Но последние годы здание сельского дома культуры находилось в аварийном состоянии, и культурно-досуговые мероприятия в нем не проводились. Совершенно очевидно стало, что нужно принимать решение по строительству нового сельского дома культуры. И такое решение было принято. Так, в 2018 году в ауле Ходз муниципального образования Кашхабльский район было начато строительство сельского дома культуры на 300 мест в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры. Культурная среда» национального проекта «Культура». На строительство данного объекта было выделено 51 740 120 рублей. Также были потрачены дополнительные средства из бюджета района и внебюджетных источников более 1 миллиона рублей. На данный момент строительство завершено. Полностью выполнены кладка стен, монтаж кровельного покрытия, установка окон, отделочные работы внутри здания, укладка плитки, наружные отделочные работы, благоустройство территории и подключение основного электроосвещения. Приобретены и установлены кресла в количестве 300 штук и одежда сцены. Завершение строительства открывает новые возможности для предоставления услуг в сфере культуры населению, как самого аула Ходз, так и всего Кашихабльского района.